Артем, спасибо за полтосик. Гоу мой челлендж, я еще минут 40 посмотрю, и надо спать. А то ВСС и М400 и М16 заждались. Да-да, что-то, блин, сегодня не у Чингиза челлендж не сделали, не этот. Надо бы поделать челленджи, на самом деле. Давайте поделаем челленджи ваши. Хорошая. Терапевт, спасибо огромное за соточку. Сейчас, ребят, там все по это. Что-то донейшн алерт заглючит немножко, ребят, поэтому у меня появляются ваши донаты, а я их не вижу просто. Странно максимально. Так, вначале я оружие могу юзать, какое хочу, мне сказали. Главное потом мне найти ВСС и этот. И таплику. ВСС нашел. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. ВСС-очка. Хорошо. Ну, теперь... И таплку нашли. Найс просто. Просто найс. Вот так вот я люблю. Вот так я люблю. Так, это все можно выкидывать. Берем это сюда, вот так вот, хоп. И вот так вот. Вот сетапчик годный. Let's go делать. Так, хаешки нам запретили юзать, поэтому хаешки мы использовать не будем. Let's go, товарищи. Ой, сколько тут девяток. Ой, сейчас как настреляюсь. Ой, как настреляюсь сейчас конкретно. Так, меня попросили с глушителем сыграть. Так, и можно еще боковой прицел, да? Пока сюда одену. А нормально тогда с ВСС-очкой-то? Хорошечечко. Гоу, мой челлендж. Я еще минут 40 посмотрю и надо спать. А то ВСС и М16 заждались. Да, вот. Спасибо, ребята. Спасибо большое. Спасибо за поддержку. Спасибо огромное. Я уже прочитал ваши донаты. Спасибо большое. Спасибо за поддержку большое. Что-то донейшн алерс глючит. Поздновато приходит. Челзика... Ай, брат мой. Спасибо большое. После того, как покушал, посидел бы чуток. Осознал бы, что ел хоть икс-да. Ой, да я капец как осознал, если честно. Спасибо. Я вообще конкретно осознал, что я поел. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну все, нормально. 5 киллов уже есть у нас. Отлично. Let's go дальше. ВСС топ. Кто не в курсе. Так, что нам надо забрать, наверное, тачку, да? Поехали дальше. ВСС.
Спасибо за поддержку, мужчины. Спасибо большое. Так, тут дверь открыта. Есть ли тут кто? Да вроде как нет, да? Но вот дальше зато есть кемпики. Отлично. Там мистер Жожа к нему пришел просто в упор, пока этот по мне стрелял. Бедолага. Там просто мистер Жожа какой-то пришел к нему. И где теперь мистер Жожа? Где этот пустынный волк? Ну окей, типа труп я вижу. А где убийца-то? Как я вышел неудачно. Интересно. Непонятно, правда. Немножко, ну ладно. Ну и где у нас еще, ребята? Вижу одного.
Тактический просто. Тактический. Тактическая ВСС. А зачем ему эта фигня нужна была? Ее ж тут юзать нельзя на себя. Он кого-то тут высматривал на самом деле. Ну и где? Так, ну нужно в лесу с ВСС поиграть, да? Согласны? Я думаю, что есть вот такое какое-то предчувствие, что должно нормально получиться. В лесу поиграть с ВСС. Сейчас мы вот куда-то сюда, наверное, подъедем. Там какой-то челик спереди. Давайте посмотрим. Где-то вот он отсюда стрелял, как будто бы. С СЛРочки. Ну, пока что-то я его совсем не вижу. Так, вижу тачку его. Ага, его увидел, все, нормально. Раз, два, три, умираешь. ВСС. Еще бы Т3 полутать, знаете, было бы вообще шикарно тогда. Ага. Там какой-то Яся. Бежит по опену теперь. Блин, вот этот опен бы мне, на самом деле, его бы там и поймать. Хорошенечко бы прям было очень. Ну, может, мы сейчас так и сделаем, да? Эх, Яся, Яся. Ну, пушка, конечно, это, блин, капец. Долгоиграющая. Долгоиграющая. Ну что, надо, наверное, тачку забирать, доехать. Иди, наверное, даже откуда-то от кемпас играть. Вон там чел какой-то бежит. По дороге, да, пойдет, наверное. Ну, блин, он еще с этим там. Со снайпой вроде как. Просто пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пам-пам. Чел даже не понял, что, откуда, что, кого, куда. Что? Что, блин? Кто меня вообще убил? Вот он сейчас такие вопросы задает, наверное. Ауч! Засмотрелся на чат. Нам бы Т3, конечно, полутать.
Ошалеть не встать. Как его сдуло просто. Вот она как-то так вот стреляет. Как интересно озвучивали. Так же? Просто губами шлепали. Просто вот так. Не оставляет шансов просто. Просто шансов не оставляет. А, нам хаешки нельзя юзать, я забыл. Бесшумный убийца же мы. Я за дропами поехал. Мне дропы нужны. Там шаман. Шаманёнок. Скажите ему, чтобы он мне челлендж не руинил. Пусть ливнёт из катки. Прям сейчас. И в конце на сковородках с ним подраться. Вот ну, козел ведь, а? Просто козел. Заруинил мне просто тачку. Так, хаешки нам нельзя. Пулеметчик где-то должен бежать. Вот он. Притом с пулеметчиком-то на самом деле, ребята, опасная практика. Ну, пятая фаза, ему не жить. Ему надо выйти из зоны обязательно. Саны таплок.
Ну, все равно надо этот, на сковородках, да, подраться? Да я знаю, что он там, я его вижу, блядь, по скидам узнаю. Шамана не узнаете, я его, блин, хотел стаплки, как его. Так, у меня чат общий включен, ага. Так, если что, я ему скажу. На сковородочках с ним. Вот смотрите, подкрадывается ко мне мужчина. А, так мы еще и, если сейчас убиваем этого типа, последнего якобы, мы еще и двадцаточку можем сделать. Хорошую оформить. А что за буря дурацкая? Да все, уже хватит с бурей. Где ласт? На сковородках все с ним зафатимся. Давай, иди сюда, блин. Че ты, давай на сковородках пофатимся. Блин, у меня челлендж. Да не, убивай. Да не, пойдем, нормально. Да не, убивай давай. Да пойдем давай, в любом случае топ. Так, чё, каски снимай тогда. Давай, вон да тут не, нормально. Я не буду драться, давай. Да давай, погнали, нормально. Да, если не засчитает, я... Да засчитает, не... нормально. Давай, погнали, каску снимай. Точно? Да. Ты броник тоже снял? Да, броник тоже снял. Да можешь вообще все скинуть нафиг, да и все. Все, давай, раз, два, три, let's go. Сюда. Ой, хорош. Че, ты один играешь? Ну да. Пойдем? Сейчас? Да. Да можем. Ну все, давай в Дискорде. Давай. Ой, жесть. Нормально. Тут такая вот каточка. Ладно, шаман поддался, на самом деле. Я знаю. А может и нет.